Не трогай деревья. Если наблюдают издалека за сопкой, то тебя в таком камуфляже и в бинокль не разглядеть. А если при безветрии коснется кроны дерева, то мы погибли. Ты понял, паря? Ты чего, обиделся, что ли? Ты чего-то сказал? Сказал! А я думал, ты обиделся, правда. Отдыхай пока. Обойти мы эту сопку не могли, обязательно через нее переть. Осмотреться отсюда можно. Потрачь пару лишних часов, но осторожность не помешает. Правильно, знахарь? Правильно. Вот так. Знахарь, а ты молодец. Наблюдал за тобой, все ждал, когда отпросечешь кто-то рядом. Ну, скиксуешь и сиганешь ко мне на сосок.